That's like fucking mean. Приветствую всех, дорогие друзья! Рад вас всех видеть, с вами снова Крюгер ТВ. И пришло время немножечко окунуться в новинки патча. И сегодня поговорим про HSTVL. На самом деле я думал, что какой классный танк. Вау, выглядит классно, он прям легкий такой, весь из себя четкий, дерзкий, как двенашка купе. Но оказалось, что это, блин, та самая двенашка трехдверный хэтчбэк, на которую без слез не взглянешь. Но об этом будем с вами по порядку, наверное, мы разговаривать. Напомню вам о простой вещице, которая очень поможет развитию канала, а именно вашей солидарности. Если видео вам интересно, то не забывайте проявлять активность в виде лайков, подписок на канал, ну и так далее, вы знаете, что делать. Это помогает ранжировать видео на системе YouTube. Ну что ж, а теперь про вот эту вот легкую блоху в патче. Это американский танк боевого рейтинга 9.7, легкий танк, который почему-то пришелся уже на пору ОБТ, ранг 7. И с таким боевым рейтингом нам буквально-таки светит каждый бой попадать против топовых танков каждых наций. Условно, играть против леопардов 2.5, каких-нибудь там тайпов 90 и же с ними, что там еще существует. Это все накладывает определенные сложности в игре на легком танке, поскольку здесь нужно понимать четко, в чем его преимущество должно быть. Например, та же самая подвижность и есть ли оно. Здесь ситуация довольно странная. Когда я первый раз выехал на этом аппарате в бой, я своим глазам не поверил, не понял, что происходит. Наше 75-миллиметровое орудие XM274 имеет дикую скорость перезарядки в 1.5 секунды. Вау, скажете вы, и примерно так же я и сделал, пока не выстрелил бы укладку первой очереди, которая оказалась, ну уж очень скромной, и по всем подсчетам, количество боеприпасов первой очереди составляет несчастных 7 штук. И это как бы мало, потому что после того, как вы их расстреляете, вас ждет длительная перезарядка по одному боеприпасу. Я думаю, не стоит говорить о том, что с этим все не очень-то хорошо. И если говорить, в общем, конкретно, то вот это вот система заряжания была бы, в принципе, ничего, если бы боеукладка первой очереди была хотя бы снарядов на 15. Однако с 7 снарядами далеко не навоюешь, и уже буквально через несколько выстрелов вы начинаете понимать почему. Нашим основным и единственным вообще типом боеприпаса является XM885. Это ОБПС, то есть лом. Но так как калибр орудия 75 мм, он довольно слабенький. Да, у него хорошая баллистика. Начальная скорость полета практически 1500 метров в секунду. Однако, пробитие 276 мм в упор и 262 мм на 500 метрах. Это означает, что некоторые топовые танки, а с ними мы воюем вполне часто, не будут нормально пробиваться. Только в уязвимые зоны. Туда еще надо попасть. С этим таких больших уж прям проблем, конечно, нет. Ну, поскольку есть стабилизатор и все нормально с наведением, о чем чуть позже. Однако, во-первых, у танков за толстым бронированием находятся жизненно важные модули, а пробивая в их уязвимые места, вы зачастую не найдете своим ломом ничего на пути и, соответственно, урона нормального не нанесете. Поэтому вот эти 7 снарядов боеукладки первой очереди — это такая насмешка, поскольку ваншоты делаются довольно редко. А вот спустить в танк 3, а то и 5 выстрелов и не нанести серьезного урона — это пожалуйста. Конечно, если вы знаете, куда стрелять, и готовы быстро сориентироваться, куда же вы попали, и кого вы там не убили, и выстрелить в нужное место, и самое главное, еще и каким-то чудом туда пробить, окей, 2-3 у вас уйдет боеприпаса на танк, но это все равно не позволяет нам сделать, ну, больше 3 фрагов никак. Все остальное — это чисто везение, и повторить на регулярной основе не получится. А потом каждые там 15, а чуть ли не может 20 секунд у вас будет защелкиваться один единственный вот этот вот снаряд, которым вы убить никого, скорее всего, не сможете. Ну, убьете одного-двух членов экипажа. Печально, короче, жить, оказывается, на этом танке. Даже несмотря на отличную стабилизацию орудия, ну, стабилизатор все-таки, скорость поворота башни отличную, 53 градуса в секунду, и вертикальные углы наведения супер приятные, от аж минус 17 до 45 градусов наверх. Однако, опять же, САУ из HSTVL плохая,
Снарядов нет, и урона нет, и пробития нет, поэтому на нем надо как-то все-таки воевать более-менее активно. Ну, либо, если у вас очень много свободного времени, можно, конечно, стоять где-то на краешке карты под ободком унитаза, но это не тот геймплей, который хотелось бы видеть на топ-тире, где все перемещаются, в общем-то, быстро. Так как это легкий танк, его немножечко обделили бронированием. И говоря немножечко, я думаю, вы слышите лукавство в моем голосе, совершенно не так. Да, у нас очень рикошетная броня, но ее толщина совершенно не подходит для такого боевого рейтинга. Она от 25 до 38 мм брони. Соответственно, в лобовой проекции, там, где все-таки нет у нас углов наклона, броня очень никакая. Причем это может быть даже алюминиевый сплав, например, в башне. И туда нас в 25 этих миллиметров алюминиевого сплава, да даже в 38, могут спокойно пробивать вражеские пулеметы. Да, это касается даже советских пулеметов там крупнокалиберных. И это как бы очень плохо, поскольку у многих врагов есть 20-миллиметровые орудия, например. Ну, Леопард 2К давайте мы возьмем, или другие там вражеские машины. И они, естественно, вас будут уничтожать буквально за момент, даже не используя основного вооружения. А из-за того, что броня настолько слабая, у нас работает механика разрушения корпуса. Я думаю, не стоит объяснять, что на этом танке-то уж она прекрасно работает. И попадая вам в башню в казён, противник будет делать вам ваншот. Снаряды все-таки здесь довольно мощные, так, чтобы вас что-то спасало, даже не думайте об этом. Машина небольшая, и, казалось бы, маленькие габариты — это плохо, и это плохо. Вы, конечно, могли бы на ней спрятаться, не будь у каждого первого тепловизор на этом боевом рейтинге, но вы не сможете. А у вас всего 3 члена экипажа и боеукладка по кругу башни. Соответственно, ваншоты — это типичное явление для HSTVL. Потому что габариты небольшие, а вражеские ломы очень мощные. И тем более работает разрушение корпуса. Больно, очень больно. Бронирования нет никакого ни против зениток, ни против пулеметов, ни против самолетов, ни ракет, ни танков. И при этом все снаряды взводятся и ломают корпус. Это уже повод не использовать эту машину. Даже если бы у нее был более интересный боевой рейтинг. И единственный плюс, который хоть как-то ее, наверное, вытаскивает, это ее подвижность. 650 лошадиных сил на 20 тонн массы. Но есть одна маленькая такая проблема. Это примерно 32-33 тонны лошадиных, да, и, соответственно, есть нюанс в том, что у всех топовых танков примерно такие же показатели по скорости. Ну, может быть, они немного медленнее, чем наш легкий танк, но критично ситуацию это не меняет. Только у них есть свободная компоновка, просторное боевое отделение, бронирование и орудия, куда более пригодные для ведения боя. Поэтому что HSTVL забыл на боевом рейтинге 9.7, я вообще не понимаю. Он постоянно играет с 10.3, и там ему рвут очко, потому что, ну, нет смысла от этой техники на этом боевом рейтинге. Он не конкурент какому-нибудь Леопарду 2К. Да, перезарядка в 1.5 секунды — это классно, пока у вас есть 6 снарядов этой боеукладки первой очереди. И как только они заканчиваются, можно сразу же нажимать выход в ангар. Тот же самый КПЦ-70 можно не всегда пробить нашими боеприпасами, так что о чем уже речь вести? Ему стопудово надо снижать БР, потому что играть на 10.3 на нем очень попобольно. Но при этом хоть как-то весело играть на БРе там условно с 9.0 и 9.3, потому что там гораздо больше медленных машин, в отличие от какого-нибудь там Т-80У, которые гоняют и летают туда-сюда. Тот же самый Т-64Б или уж, боже упаси, Т-64А далеко не так быстры. И вот уже против них наше преимущество в скорости будет хоть как-то ролять. Но мы с ними из-за боевого рейтинга 9.7 практически не встречаемся. И играем с куда более серьезными противниками. Его, скорее всего, нужно снизить, чтобы на 10.3 мы попадали по праздникам. Для 10.3 праздникам, конечно же. А все остальное время проводили на БРе там 9.0, 9.3. И тогда все будет неплохо. Экосистему, я думаю, сильно это не поломает. Конечно, воевать против там 8.0, наверное, будет достаточно жирно. Но, с другой стороны, в топе машина хоть должна как-то выделяться и быть интересной. И этот легкий танк будет, пока у него не закончится боеукладка первой очереди. А сделает она это быстро. Он все равно не будет нагибать по 10 фрагов за бой. У него не хватит возможности просто этого сделать. Да и уничтожить его можно любым пуком, даже артиллерийским ударом. Поэтому, на мой взгляд, этот танк сейчас не сильно пригоден для игры. Такая какая-то мазохистичная машинка, которая попала не на свой боевой рейтинг. И было бы неплохо увидеть ее на своем месте. А на этом на сегодня буду заканчивать видео.
Благодарю всех за просмотр, всем спасибо. Ну и пишите, что вы думаете по поводу данного аппарата в комментариях. И что с ним делать и куда его отнести. Потому что то, что есть сейчас, это мрак, конечно, учитывая боевой рейтинг. Всем удачи, друзья, и всем пока-пока.